Дякуємо, що залишаєтеся з нами. А у нас на скайп-зв'язку Олег Старіков, військовий експерт. Доброго дня, Олеже. Ви нас чуєте? Доброго раночку. Доброго. Вчора буквально відбулася зустріч нормандської четвірки. Чи моніторили ви? І що ви можете сказати стосовно цього? Ну, не нормандська четвірка, радники. І по тим даним, які є, дав Дмитрий Козак, покоментирує, а також господин Єрмак, я, в принципі, зрозумів, що ні к чому не договорились, ніяких результатів нет. И самое основное во всех, как сообщение Козака и Ермака, было ключевое слово – выполнение подписанного меморандума в декабре 2019 года в Париже. Вот до тех пор, пока Украина не будет выполнять этот меморандум, никакого продвижения по нормандской встрече не будет. Это я вот делаю вывод и отвечаю на ваш вопрос, который мне задали. Дивіться, ну все ж таки, говорили про паризькі домовленості. Росія поки не до кінця їх виконує, тому що вже є на Донбасі перші втрати. Все ж таки, як досягти того, аби усі сторони виконували паризькі домовленості, зокрема? Ну, ще раз повторяю. Діло в тому, що ви мене спрашуєте як експерта, правильно? І я не пропагандист. Я получаю информацию, я их даю какое-то экспертное мнение. Вы меня попросили, значит, если включили в эфир, значит, мое мнение дорожит. Это первое. Второе. Во всех переговорах всегда есть определенный компромисс. Если даже одна сторона не собирается что-то выполнять, или другая сторона, это есть проблема той стороны, которая бы больше всего заинтересована в решении данной проблемы. Первое, самое основное, решение урегулирования конфликта на востоке страны. Кто больше всего заинтересован? Отвечаю, Украина. И вы полностью со мной с этим согласитесь. Почему? Потому что без урегулирования этой ситуации Украина не будет иметь перспектив для дальнейшего развития. В том числе и евроинтеграционных процессов. Как бы мы что там ни говорили, все равно нас ни в НАТО не примут без решения этих проблем. По Крыму там это отдельная проблема, я говорю про Восток страны. Поэтому мы эту проблему должны решать, и мы в этом больше всего заинтересованы. Следующее. Если украинская сторона получает данные о невыполнении другой стороной, российской стороной, взятых на себя обязательств, для этого есть определенные международные правила и процедуры. Что нам мешает документировать через специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, к мнению которой прислушиваются все страны мира и которая является самой авторитетной организацией по безопасности и сотрудничеству на европейском континенте, и которая отвечает за нашу территорию, именно по безопасному стану. И кто мешает документировать вместе с ними, передавать им, и для того, чтобы они эти данные передавали лидерам всех 58 стран, которые входят в ОБСЕ, в том числе лидерам нормандской четверки. Я имею в виду Берлин, Париж и Москву. При получении достоверных данных от специальной мониторинговой миссии Берлин и Париж в состоянии, еще раз повторяю, в состоянии обеспечить давление на Российскую Федерацию о выполнении взятых на себя обязательств. Я вот объяснил всю процедуру. Если Украина, получая данные о том, что российская сторона не выполняет взятые на себя обязательства, почему она это не документирует и не передает, не делает никакие действия, а просто рассказывает, что-то они не выполняют. Вопрос такой, или этих действий нет, или второе, значит, те люди, которые обязаны по функционалу этим заниматься, находятся не на своих должностях, являются непрофессиональными, некомпетентными, и президенту страны очень просто усилить кадровый потенциал по линии Министерства иностранных дел для того, чтобы эту проблему убрать. Вот все основные. Даю, кстати, бесплатный совет власти. Это я редко даю бесплатные советы власти, а им это даю. Не могут сделать? Ну,
назначьте меня, я вам бесплатно сделаю и расскажу, как делать. Не хотите, назначайте майора Арестовича, 45-летнего. Кстати, такой карьерист, военные, майорами во военные кадровые 31-32 года. А он 45 лет получил майора и всем хвастается. А вы знаете, в армии это называется карьерист такой, да? Такой карьерист. Я в 45 лет уже на пенсию уволился, 30 лет выслуги и полковником, 52-й ранг был. Поэтому чем больше таких Арестовичей, тем больше, чем вопросы по регулированию на востоке страны, будет и дальше продолжаться. И последний вывод. Если мы в этом году или в середине следующего года не решим эту проблему, мы восток страны потеряем навсегда. Щодо прогнозів щодо Криму, які от загалом спостереження ваші і от прогнози на цей рік? По Криму эти проблемы тяжелые. Я сразу говорю, потому что, опять же, можно говорить пропагандистски, рассказывать, но я так думаю, это ж не цель вашего канала. По Криму проблема действительно. Почему? Потому что Российская Федерация включила Крым в свой состав и изменила Конституцию. Это проблема не краткосрочная и даже не среднесрочная. Это проблема, которая будет решаться десятилетиями. И украинское общество должны это прекрасно понимать. Но если мы это все бросим и не будем его постоянно решать и выходить на международный уровень через международные организации, политические, дипломатические, ОБСЕ, ООН, естественно, мы проблему даже дальносрочной перспективы не решим. Поэтому все, опять же, зависит от профессионализма нашего Министерства иностранных дел. Дякуємо за вашу експертну думку. Нагадаю нашим глядачам, з нами на скайп зв'язку був Олег Стариков, військовий експерт. Друзі, дякуємо, що ви були з нами. Нагадую вам, щоб ви підписувались на наш YouTube-канал, щоб не пропустити найцікавіші і найсвіжіші новини. Але одна умова – не забувайте про дзвіночок, аби він нагадував, що на нашому YouTube-каналі вже з'явилися нові цікаві та актуальні новини. Дякуємо за увагу та до зустрічі!